Так, здорово, здорово, привет, привет. Короче, зима же, все дела. Мне вот интересно с прицепами, как себя поведет, что. В общем, что ты тут нагрузил? Вот это вот 2 тонны с чем-то весит. Это 3 тонны, ну это 2 тонны стоит, это 3 200, грубо говоря. Это 5 с лишним тонн должен вот утянуть. Вот этот вот джип. Давайте посмотрим, как вообще он справится. Нет, интересно. Тяжело же, вон, кому же он, как вообще он висит. И вот именно по льду, как так-то он несет, вот по льду. Так, ну вообще вроде нормально, как едет, да? Так, ладно, а если вот затормозить? Так, затормозил. И вот теперь газ. Ну да, то есть на повышенный, полным приводом он едет. То есть тут без блокировок, без всего. Ну нормально. Я торможу. Едет. Ладно. Ой. А если возьму пониженную? На пониженной тоже. А вот на неполном приводе. Интересно, как будет, тяжело или нет. Ой, что еще тут у меня уже нет. На заднем приводе. Опа, тут пружина уже что-то валяется. Ну то есть на заднем приводе тоже, в принципе, есть все нормально. Так, ну ладно. Тормозим. Ага. Значит, нагревается уже жив. Так, поехали. Значит, теперь вот на тебе. Так, вы соединены. Все, погнали. Ну, то есть, да, то это вот не тяжело, тут все легко. Тут прям изи. АБС работает, но не тормозит. Так, ага. А что, если я теперь нагружу туда вот и сюда вот два таких же камня? Так, я, значит, делаем replace. Создаем два камушка вот таких вот, которые сейчас создал. То есть едет-то нормально. Где камни? Вот они. Ну, да нет, давай 1,6 тонн создать новое. Чтобы тот не созда... Ну, чтобы два не создавать. Давай, хоп. Так, вот тут оставили. Так вот взяли. Вот так вот теперь взяли. Вот так вот. И вот. Ой, нет, стоп. И вот. Спокойненько положили. Ну, давай сместим его немного. А то что-то как-то плохо. Ну, короче, нормально. Все. Это, поехали. Ага, оно не едет. Оно не едет, потому что... Почему? Не понимаю, оно не едет, потому что... Он просто так упал или как? Хотя нет, смотрю, по миллиметру двигается. Смотри, оп. Оп, уже на льду. Прогресс. Ладно. А если вот его сместить немного? Вот видишь, он просто висит как бы. Стоит. Нет, давай поднять. Так вот, как бы. Во! Не помню, что-то колеса тут что-то не то немного. Что я. Ладно. Возможно, надо менять. Так, вот не это, а вот это вот поменять на. Так, давай на вот этот вот. Да, без ничего. Replace current. Просто вот это вот. Каким-то. Нет, давай. Да, вот уйди. Камень, все. Так. О, все прекрасно. Только как его поместить сюда? Чтобы не сломать еще ничего. Форс, конечно, не из легких. Так. Смотри-ка, вот так вот делаем. Проверка на тягучесть, так сказать. Вот, надо спокойно положить. Чтоб не сломалось.
Ага. Так вот. О! Ну, практически. О! Так вот. Нет, фигня какая-то. Вот это вообще... Блин. А как его вот сюда? Как вот это? Как? Middle click tone from here. Все, вот так вот. Теперь надо как-то вот так вот сюда вот ко мне как-нибудь. Как. Не, да он просто. Ну как-нибудь вот так вот. Да ё-моё, нет, не получается. Давай на машину. Справимся. Раз так не получается. А, кстати, на машину очень легко получилось. L. Давай. Как у нас грузоподъемность? Нормально. Давай вот так. Давай, что ж, сцепляйтесь. О, все, поехали. О, вот и все. Нормально, кстати, едет. То есть 6 тонн вообще легко для него. Еще это сколько-то весит. То есть изи. То есть, ну, тормозим. Ага. Легче легкого. А если сейчас еще... А ну-ка сейчас. Так. Так, мы едем. Кстати, да. Сейчас мы отцепим. Въезжай, машинка. А вот этот отцепляем. Ой. Да как? О. Отцепляем. И берем вот этот прицеп. Да, то, что мы заслужили. Так, так, L. Здесь нацепится. Да, поможем. Все. Так, поехали. Оно едет. Дизельный. Он сколько несет за собой тонн-то? Этот 6, и тут 5, 11 тонн. Этот, он 12 тонн везет по льду. Нифига себе. Умеете, могете. Вот это по кайфу. Честно. Просто, наверное, если вот это куда-то врежется, это будет плохо. Ну, наверное, у него сейчас зацеп лучше, так как очень сильное давление. На колесо он даже, наверное, не пробуксовывает. Хотя, смотри, я сейчас заторможу. Ну, тормозить ничего, да? Так, а если сейчас... Ну, смотри, да. Ну, нормально. Ну, а теперь что? Осталось кого-нибудь врезаться. О, как бесполезно появляется все. Так. Ну... Ага. Я думал, чтобы сейчас ничего не растряслось. И вот эти... И вот машин сама тонна 2 весит. И вот этим вот сейчас 13-тонным в чем-нибудь вмазаться. Это будет жестко, наверное. А, у нас вот двигатель перегревается. То есть надолго такого не хватит. О, машины едут. Ой, с ним перевернуться бы. Еще движкуха она, наверное, стопит. Успею я в кого-нибудь мазаться, нет? Давай вот так. Правда, тут уже все пипец. А двигатель выключен. Бум. А, ну у нас выпало это. Ну, нам, кстати, вообще-то, по-моему, вообще никаких повреждений. А вот это, конечно, да. Ну, прикольно. Мне нравится. Интересно, а камень можно выкинуть? О, можно. Смотри, как легко сразу машина задышала. Оп-оп. О-о-о.
Вот горит, правда, но повод волнует. Оп. Пробит топливный бак. Ну, все, сейчас все загорится. Ай, ну нет, это офигенно так. Это очень прикольно. Особенно вот с этим вот. А нельзя никак один на другой поставить прицеп. А вот это, по-моему, тоже машина есть, нет? Крючок. Не, нет. А топ я путал. Вот так вот бы сделал. Такой хоп. В смысле, так вот. На прицеп как-нибудь установил машину. И все, типа, везу машину. Ой, колесо какое-то летело. Оно едет, кстати. Поехали. Ладно, это классная была проверка. Согласен. Осталось только вот так вот с 5 тонн в кого-нибудь вмазаться. Бух. Еще в одного бух. Даже, кстати, стекла не лопнули. Ладно. Спасибочки. Покасики. Это было офигенно.